Здравствуйте еще раз, дармоеды, тунеядцы и трутни. Да, ситуация в стране становится все хуже и хуже. Если даже сам Лука признал, что все его меры оказались неэффективными, и ВВП за прошедший год вырос всего лишь только на 2,4%. А это о многом говорит. Хотя тут все зависит от того, как посмотреть на ситуацию, знаете ли. Можно посмотреть с юмором. Вот вы говорите, 2,4% в год ВВП – это большая проблема. Херня. Проблема, когда херня 2,4 сантиметра и больше не растет. А ВВП 2,4% – это так. Да и... Только послушайте, как звучит. Прямо как хорошая школьная задача по математике. Средний рост ВВП примерно... 170 сантиметров. Каждый год он увеличивается на 2,4%. Сколько лет потребуется ВВП, чтобы сравняться с Майклом Джорданом, если рост Майкла Джордана равен 198 сантиметрам? Эх, что-то мне подсказывает, сейчас у ватничков снова бомбанет. Алло, пожарная? Приезжайте, у нас пуканы горят. Что? Вата, огнеопасный материал. Да. А, что? Не тушите пердаки? Жалость-то какая. Илон Маск! Чувствуешь угрозу? И ракеты ваши американские говно. Что ж, немножко повеселились, а теперь давайте перейдем уже и к серьезным вещам, поскольку это видео является как бы второй частью, прямым продолжением предыдущего видео про белорусскую мову. Только там был именно вот языковой вопрос, а в данном случае я бы хотел поговорить о продолжении, об экономике, о векторе развития Беларуси, ну и других вопросах. Давайте, поехали. То, что лукашизму конец, и у этой системы нет будущего, я думаю... Это не будет новостью ни для кого. Любые вменяемые люди это понимают. Вопрос только во времени. Сколько осталось? Месяц? Год? Может быть, несколько лет? Три, пять? Сколько лет? Но я не думаю, что уж сильно долго. Посмотрите, как быстро ускоряется процесс. Еще в конце 16-го года даже практически блогосфера белорусская была в таком запустении. Никаких политических блогеров особо не было. Народ смотрел по предпочтению. Шария, Камикадзе, там всякие ОМ, ТВ, разные такие другие вещи. Своих таких блогеров нормальных не было. А сейчас посмотрите, сколько выросло. Это, так сказать, одно из явлений, которые случились. Дальше что? Различные общества, сообщества возникли. Оживились политические партии. Посмотрите, что говорят представители политических различных партий, оппозиционных особенно. Что народ туда повалил толпами, стало очень много записываться, гораздо больше, чем до этого. Люди почувствовали запах перемен, и это уже никуда не денешь. Все это понимают. Вопрос в другом. Каждый человек, каждая группа видит будущее Беларуси по-своему. Большой популярностью, конечно, пользуется пророссийская позиция, вот это вот ватное, совершенно ватное, о том, что надо присоединиться к России, и типа у нас другого выбора нет. Ну вот мы разобрали в прошлом выпуске тему мовы, там, что язык нужен, независимость нужна. Окей, вот допустим, представим, последовательно будем, представим человека, который вот посмотрел выпуск, был совершенно ватным, ну таким, так сказать, колеблющимся, посмотрел выпуск и понял, да, реально все это нужно, независимость, все. Но он еще, так сказать, не окреп в своих убеждениях. Он приходит в интернет, смотрит какое-нибудь видео политическое и высказывает свою позицию, недавно приобретенную. И тут же какой-нибудь ватничек там красно-зеленый ему отвечает. Типа, ну окей, хорошо, вот ты хочешь назад. А как мы будем жить? Откуда брать деньги? Вся экономика завязана на Россию. Что ты предлагаешь? То есть порвать там связи, ну или по-любому, если повернуть на Запад, то Россия просто так не отстанет. Естественно, экономическое положение ухудшится, потому что, ну, перестанут покупать товары многие. Мы знаем, как Россия реагирует, как чуть что сразу там молочные войны, сахарные войны. Перестанут закупать грузовики, перестанут поставлять дешевую нефть, газ. Что тогда? Ну смотрите. И все. И человек без серьезной позиции, не окрепший, он теряется. Он тут же сейчас теряется. И как бы думает, ну
Да, независимость хорошо, но, блин, что ж делать? Поляки ж не будут покупать наши яблоки, голландцы не будут наш сыр покупать, немцы пить наше молоко. И все, и готово. Человек слился. Он уже информационной войне, так сказать, информационный труп. Что делать? Как вот с этим бороться? Ведь многие хитрые ватники именно так и это используют. Войны, так сказать, информационной войны. Все очень просто. Да, действительно, белорусская экономика завязана сильно на Россию. А что? Кроме аграрной какой-то сферы там или вот этих старинных советских заводов, что ничего больше в мире нет, что это единственное, конечно, как завязали, так сказать, так она и завязана. Но нам-то надо стремиться экономику по-другому развивать, поймите же это. Стране нужны реформы, реформы. И такие, которые как раз-таки позволят избавиться от этой зависимости. Лукашенко поддерживал старые убыточные предприятия, советские еще, которые были основаны в Советском Союзе еще во времена Холодной войны, под командно-административные методы управления, рассчитанные на весь Союз, не на маленькую только Беларусь одну. Естественно, тогда был совсем другой технологический уклад, рабочих требовалось намного больше, и шла Холодная война, было много военных заводов, поэтому необходимо много было производить всевозможные продукции военного назначения. Это все вернуть невозможно, все, времена ушли. Даже если там какая-то гонка вооружений будет между Россией и США, Беларусь, в нее втягиваться Беларуси ей нет смысла. Мы ее не потянем, это слишком дорого. Надо смотреть по-другому, поймите. Тут ведь понимаете, в чем дело. Враг не Россия, а именно путинское правительство, которое хочет нас превратить в свою колонию. Смотрите на Смоленскую область какую-нибудь, как она живет. Хорошо, да живет. И Беларусь будет так же самое. 6 смоленских областей России. Вот и все, что нас ждет, если мы присоединимся. То, что экономика Беларуси завязана на Россию, так это потому, что старый коммунист Лука развивал исключительно поставки сельхозпродукции и старой вот этой совковой техники там с заводов. Вся его экономическая политика — это создавать предложение, как в Советском Союзе. Никакой конкуренции не надо, ничего, никаких рынков искать не надо. Создай предложение, типа, главное работать, выпускать что-то, а дальше куда толкнуть — это не проблема. Вы же посмотрите, что он говорит. Торговля — это фигня, барыги там — это все мудаки. Надо главное производить, рабочий, вот кто главный. Все, это его политика. А проблема-то совсем другая, у нас все склады завалены продукцией. Как раз таки вот сбыт и нужен хороший, качественный. А он совок, он основывается на той старой системе командно-административной, где никакой сбыт там не надо было ни о чем думать. Выпустил и все, и пристроил. А сейчас не так, сейчас не так, сейчас все по-другому. Так вот, он создал такую экономику, которая как раз таки завязана на этих убыточных предприятиях и на поставках сельхозпродукции. Больше ничего ни на чем не зарабатывают особо. Ну там исключение, БелАЗ какой-нибудь или Беларусь Калий. Если бы вместо строительство резиденций, ледовых дворцов и вложения в другие разные пассивы, которые не приносят государству прибыли. Да, там дороги, это надо делать, это хорошо. Разметку там делать, заборы красить, штукатурить дома, это все правильно, но это ж не приносит прибыли, пойми. Ватничек мой, ты сделал ремонт дома, фасад облицевал там все, а через 5 лет он опять обсыпется. И прибыли ты на этом не получишь. Деньги на ремонт дорог и все остальное надо вкладывать с прибыли государства, а не кредиты, которые берут, которые надо отдавать потом. И с помощью них штукатурит, красят дороги и все остальное. И что потом? Потом надо отдавать, а чем отдавать? Все это используется только с одной целью, чтобы создавать видимость. Посмотрите, приезжают туристы из России, из Украины. Посмотрите видео на YouTube, наберите «Поездка в Беларусь». Как они видят Беларусь, что они смотрят? Чистые улицы выметенные, да, дороги ровные, заштукатурено, дома там все. Вот что они видят. И цены типа такие, ну, кто там с Москвы, с Питера, говорят, недорогие. Все, они не знают сути жизни здесь. Они не понимают, как тут с работой, как здесь с зарплатами. Они приезжают со своих мест и видят только вот поверхностно. То есть, да, это вот такая потемкинская деревня. Это Лукашенко и надо. Ему это и надо. Только внешность, а не суть. Бутафория, как у картонную, дворец такой, да, картонный. Картонкой на ней нарисован крутой дворец. Кто-то проезжает издалека и думает, да, вот тут-то класс. А внутри там ничего нет. Бутафория, вот она, вся суть лукашизма. Поэтому мы так и живем. Надо вкладывать продукцию с высокой добавленной стоимостью. Понимаете? Процессоры делают, технику различную. Это надо было вкладывать еще раньше, 10-20 лет назад, когда только появилась возможность, когда деньги нефтяные пошли, а не сыром и тушенкой торговать. Блокчейн, видеоигры, посмотрите. Wargaming компаниями во всем мире знают. World of Tanks, игры все. В нее играют не только поляки, там и голландцы, и американцы, и японцы, и немцы. Все. Что? Вот
такими компаниями нельзя их ориентировать, что ли, на Запад, там, на Европу? Можно. Чему-то даватники говорят, вы там это, понимаете, Лукашенко создал аграрную экономику и все. И теперь мы оказались в тупике, понимаете, в чем дело? Мы завязаны на Россию, на весь этот таможенный союз. И тут ничего нет удивительного, как говорится. Если ты делаешь стеклянные бусы и плевательные трубки, то не удивляйся, что твоими клиентами будут одни папуасы. Они яхтсмены, не бизнесмены. Вот так вот. Вот что я хотел сказать. Ну что, ребята, до встречи. С вами был Серый Кот. Обязательно подпишись, если еще этого не сделал. Лайкни, мне это важно. Ну и до следующего выпуска.